Меня зовут Саша. Саша, скажите, пожалуйста, сегодня утром ожидали ли вы, что именно вы станете статичным посетителем? И, ну, изменилось вообще настроение, нет? Безусловно, изменилось. Вообще, обычно не ожидаешь таких вещей, как что утром ты проснешься, встанешь, пойдешь в музей, и ты вдруг оказываешься статичным посетителем. Александра, поздравляем вас с этим событием, и весь ваш класс поздравляем. 100-тысячный посетитель – знаковое событие для нашего парка. Мы работаем еще даже не полные 2 месяца, уже 100 тысяч человек прошло через экспозиции исторического парка. Для всех ребят, мы вас ждем в новогодние праздники. Приходите к нам на квесты, на сюжетно-ролевые игры Александра. Ну и для вас, конечно, на протяжении всего 2018 года эксклюзивное посещение всех экспозиций, всех мероприятий в историческом парке. Ну и мы хотели бы Александре предоставить слово, чтобы она всем, кто здесь есть, и для тех, кто посмотрит небольшой вот видеоотчет сегодняшнего дня, чтобы ты нам рассказала и сказала, почему стоит узнавать историю, стоит ее любить. На самом деле, я вообще считаю, что историю своей страны должен знать каждый. Это общепринятое и общеобязательное. И на самом деле, как 11-классник, который собирается создавать историю, посетив такое место, я была очень рада и воодушевлена, то, что я смогу подготовиться к экзамену благодаря такой интерактивной, обучающей, грубо говоря, программе. В общем, мне очень понравилось, и я советую, ребята, вам всем тоже готовиться. Спасибо большое, Александра. Ну что, друзья, каждый будет...